Моя родина – это самое замечательное место на свете. Здесь я родилась и выросла среди зеленых полей и чистых рек. Это земля, где стоит мой дом и где я в безопасности, потому что мой папа защищает нас всех. И маму, и моего братика, сестренка, и бабушку. Прабабушка часто мне рассказывала о том, что она тоже, как и я, ждала своего папу с войны. Он вернулся с орденами и медалями, и все они гордились им. Теперь мой папа такой же смелый и сильный, и он тоже защищает нашу родину, нашу страну. Он пошел добровольцем, чтобы у нас было мирное небо над головой. А мы его очень ждем. Когда он вернется домой, мы собираемся все вместе за столом. Будем пить чай и слушать его рассказы. Мы знаем, что он делает все возможное, чтобы у нас было беззаботное и счастливое детство. Он очень любит нас и родину. Это дает нам силу ничего не бояться. Родина – это наша страна, Россия. Это бабушка с ее вкусными пирожками и теплыми объятиями. Родина – это счастливая мама. Наши прогулки с сестрой по зеленым лугам. Это вся моя семья. Моя родина – это моя история. Это мое будущее. Это моя Россия.